Здравствуйте, уважаемые зрители и мои друзья. С вами Сергей, партнер авто. И я хочу вам показать автомобиль, который у нас в продаже находится. Появился у нас в продаже Шкода Октавия. Такая вот Шкода Октавия. И сейчас быстренько я пройдусь прибором, покажу вам, какие элементы у нее, как выглядят. Начнем сразу с этого крыла. Так, и у нее крыло, вот это заднее правое, имеет второй слой окрас. Так, окрашенное крыло, заднее правое. Крышка багажника у нас, так, крышка багажника тоже имеет окрас вторым слоем. Получается, сейчас мы поподробнее здесь этот угол рассмотрим. Лифтбэк у нас. Так, здесь вроде бы нормально все. Окрас у нас так, внутри, получается, изнутри и снаружи деталь окрашенная. Проемы здесь внутри, все с ними хорошо. В общем, друзья, ничего криминального я тут не вижу. Косметический окрас, я думаю, ничего такого серьезного здесь нету, друзья. Здесь все хорошо у нас. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Капот отлично. Крыша отлично. То есть здесь никаких проблем нету. Косметический окрас крыла сзади и крышки багажника. Так, далее идем. Лобовое стекло у нас здесь оригинальное стоит. Восьмерочка. Здесь вот один скол на стекле есть, имеется один скол. Оптика идеальная. Решетка радиаторная идеальная. Все здесь, все прекрасно. Бампер тоже в идеальном состоянии. Забронирован пленкой. Вот до сюда. Здесь все отлично по левой стороне. Вот сейчас смотрим крыло, дверь.
все, в общем-то, хорошо у нас. Все хорошо. Здесь отлично. Герметик везде заводской. В общем, причин сказать не могу, как, по каким причинам окрашено, но окрашено. Есть второй окрас, косметический есть. Так, ладно, багажник открытый, посмотрим, что у нас здесь. Запасное колесо, здесь все, набор инструментов, все идеально. Все здесь идеально. Задний бампер. Так, это что-то. Полироликой пройти, и будет идеально. То есть вот выглядит здесь правая сторона просто шикарно, идеально, можно сказать, выглядит. Никаких недостатков не вижу. Пороги все четко, диск отличное состояние, литье. Шестнадцатое литье. Износа нету, тормозных дисков практически нету, износа ни сзади, ни спереди. Так, зайдем отсюда, посмотрим, что здесь в салоне у нас. В салоне здесь все хорошо, все четко. Салон совершенно как будто бы новый. Ну там у автомобиля пробег 26 тысяч всего, поэтому оно так и должно быть на самом деле. Вот, вот, все как в новом автомобиле. И также даже здесь запах нового автомобиля, он так и остался еще. Здесь под дверными ручками защитные пленочки тоже есть. Так, далее, дверная карта пассажирская тоже четкая, совершенно идеальная, так же как и порог. И все, и ковролин здесь, все хорошо, в общем-то, здесь и сиденье совершенно как новая. С этой стороны панель идеальная. Так, обойдем. Водительская дверная карта тоже в идеальном состоянии, никаких недостатков не обнаруживаю здесь. Ну, так же, как и порог не затертый нисколько. Сиденье совершенно как новое. То есть вот здесь вот тоже все как в новом автомобиле. Ручка КПП. Руль. Как новый. 26 тысяч. Пробег у автомобиля. И здесь тоже все совершенно идеально. И под капотом заглянем. Здесь все четко. Все хорошо, ничего не кручено, не открученное. Подкапотное пространство тоже совершенно как у нового автомобиля. Вот так. В общем-то, здесь, кстати, вот на порогах тоже забронировано пленкой. Для того, чтобы не зацарапалось ничего, чтобы автомобиль сохранялся. В общем-то, ухаживали за автомобилем. Ну, получается, есть два окрашенных элемента. Ну что, и коротенький тест-драйв. Сейчас посмотрим, как он на ходу. Видите, так, хорошо, друзья. Поедем сейчас, посмотрим, что это за чудо.
как она на ходу. Так, в комплектации у нас кондиционер здесь. USB вижу. Шестиступенчатая коробка передач, автоматическая, мультимедиа. Так, что еще у нас? Ну и все рычаги управления, тут все это есть. Все, что нужно для счастья, есть зеркала, есть стеклоподъемники. Сиденья очень удобные, прям садишься. Хорошо, новенький автомобиль, ощущается сразу, кстати, что он новенький. Так, это S режим, просто на драйве, поехали. Там даже есть информация по машине, на мониторе выводится. Информация вообще не так. Карл, он пьет. Посмотрим, здесь расход у нас. Еще компьютер какой-то. Здесь, в общем, компьютер есть бортовой у нас. Вот такое, да? ТО там что-то, короче, еще там. Средний расход 7,4 литра. Прекрасно, то, что нам нужно. Сейчас будем съезжать с бордюрчика с вывернутым рулем. Как новый автомобиль, просто ощущения совершенно такие же. Время для тест-драйва мы выбрали. Пробочка, да? Да. Час пик. Съеду домой. Ну, сейчас обратно развернешь. В общем, что сказать по автомобилю? Машина как новая, как новая. Пробег всего лишь 26 тысяч километров. И вот ощущения на ней, как на новом автомобиле, такие же точно. ТО пройдено, серый, там первое. Серый, это... Молчу. Это все отлично, да. Значит, состояние автомобиля, вот все, как новое. Нечего больше сказать, друзья. Надо просто для себя рассмотреть этот вариант повнимательнее. Обычная коробка автоматическая. Двигатель 1.6. Сколько лошадей у него? 110. 110 лошадиных сил. Небольшой налог. Городской автомобиль и по трассе будет нормально себя чувствовать. А мы находимся в Краснодаре. Адрес Ставропольская, 324. Об автомобиле вам даем максимально подробную информацию. Технические характеристики можно узнать в интернете по данной модели. Мы вам рассказываем о состоянии автомобиля. Вот состояние его достойно совершенно. Есть... Если считать это недостатком, два окрашенных элемента, ну, надо для себя просто принять решение, буду ли я ездить на таком автомобиле или нет, с окрашенными элементами. Как-то цепляет это мое самолюбие или нет. Так что вот, друзья, с вами был Сергей, партнер авто Краснодар. Ну, мы дальше едем. В общем-то, новый автомобиль едет отлично. Я не знаю, что по нему еще рассказать. Обращайтесь, звоните. Телефон в описании. Всем всего хорошего.